honorated to have this big chance to visit Professor Fyodorov clinic. Меня зовут Стефана Сатанина, я директор компании Frostema, которая занимается производством офтальмологических рабочих мест. Хочу поблагодарить за шанс прикоснуться к истории, увидеть, ну, посетить клинику и, так сказать, прикоснуться вот к истории Станислава Николаевича Федорова. Скажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях о конференции в целом. What is your impression about the conference in general? In Italy, we have a very big concept and a very big consideration of the Russian ophthalmology. Due to Professor Fyodorov, as you know, Russia is one of the most advanced country for ophthalmology, and for this reason I'm here to visit France and very good customer like Mr. Michael Baev, that is director of Stormov. Ну, в Италии достаточно высокое мнение о российской офтальмологии и, скажем так, и большое значение, большой вклад внес профессор Федоров, поэтому да, Стефана всегда большое удовольствие приезжать в Россию. Maybe you want to wish success or something like that. No, for example, again from Dr. Dementiev, I heard that they are studying a special intraocular lenses in Russia, which I'm very curious to know how will be developed, because it seems that it will very, very advanced from the technical point of view. Ну, от доктора Дементьева он узнал, что в России сейчас разрабатывается новая интраокулярная линза, которая по своим характеристикам будет, ну, действительно очень, скажем так, соответствовать современному уровню. Вот, поэтому это, ну, это, наверное, из впечатлений как раз так, это та новость, которую вот эта конференция уже дала, да? Because you have to know that in the past the market for IO lenses was completely dominated from American companies, and now finally also in Italy and in Russia are developing this important technology to cheaper price because the moment of the economy is not fantastic worldwide. И раньше лидирующую позицию на рынке интраокулярных линз занимали, как правило, американские компании, но сейчас достаточно серьезные разработки появляются и в России. Вот. И для таких стран, как Россия или, например, та же Италия, это очень важно, потому что экономическая ситуация не очень хорошая. Вот. Так что это действительно вот очень хорошая новость.